Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset & Fun. Сегодня я хотел бы вам показать, как добавить, а впоследствии и удалить аккаунт Google на вашем смартфоне Vivox Point X503. Для начала мы заходим в настройки и, пролистав чуть ниже, заходим во вкладку Google. И затем сразу же увидим кнопочку «Вход в аккаунт». Давайте попробуем снова. И теперь у нас появляется окошко, в которое мы, конечно же, вписываем свой адрес электронной почты. Жмем «Далее». И теперь вводим пароль. Далее принимаем условия пользования. Сервисы Google, в принципе, из сервисов здесь нам предлагают только резервное копирование, достаточно полезная штука, но я ее отключу пока есть. Жмем принять, и таким вот простым образом мы этот аккаунт добавили. С этой страницы мы его удалить, к сожалению, не сможем, то есть выйти из него. Поэтому мы просто переходим обратно, заходим во вкладку «Аккаунты» и видим здесь наш Google аккаунт. Переходим, видим кнопку «Удалить», нажимаем, подтверждаем, и аккаунт был успешно удален. И на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!